Члены избирательных комиссий начали адресный поквартирный обход. Их цель – сообщить ульяновцам о предстоящем главном политическом событии страны. Добрый день. Вы, наверное, в курсе, что у нас состоятся выборы президента. Вы знаете, да? Да. Вы придете на участок или вам надо будет переносную урну? Нет, приду на участок. Обходчики постараются посетить каждого избирателя, чтобы дать полную информацию о предстоящих выборах главы государства. Проект реализуется членами участковых избирательных комиссий с использованием мобильного приложения. Проект «Информ-УИК» нацелен на максимальное вовлечение избирателей в процесс голосования. Собственно, в прежние годы члены участковых избирательных комиссий работали с избирателями, информируя их о дате, месте голосования, но обычно распространяли для этого листовки. Также при посещении члены участковых избиркомов будут проводить анкетирование. Вопросы они будут задавать строго по перечню, который размещен в мобильном приложении «Информ-УИК». Сама анкета простая, достаточно легко отвечать на вопросы, и это займет всего 5-7 минут. Все записывается только со слов избирателя, и никакие паспортные данные предоставлять нет необходимости. Единственный случай, когда может потребоваться паспорт – оформление заявления на голосование вне помещения. Члены избирательных комиссий могут оформить нужные для этого документы. Главное – не спутать обходчиков с мошенниками. Отличает сотрудников определенная экипировка. Это будут соответствующие жилеты с эмблемой текущих выборов. Это будет, соответственно, сумка с большим количеством информационных материалов. Ну и, конечно, самое главное – это бейдж, который подтверждает то, что этот человек занимается информированием граждан, да, который подтверждает то, что он не является злоумышленником. Обходить дома члены участковых избирательных комиссий будут до 7 марта. Напомним, что выборы президента Российской Федерации в этом году пройдут 15, 16 и 17 марта. Юлия Руднева, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.